еще. Это здоровый блеск. Здоровый блеск. Такие с тобой. Ты знаешь, на кого сейчас похожи? А, знаешь, эту актрису пацан? Или как-то, блин, забыла я. Раньше такой фильм был про сериал про пятерых дочек. Я, мне что-то написали. Ты смотришь эфир Артема? Нет, я не смотрю, потому что я захожу в свой эфир. Что он там пишет, я не знаю. Привет, Польша. Сорока в Минске. Он поехал на... В отпуск уехал. Молодечно, у него будет концерт в Red Bar. Приходите на его концерт. Кто реклама из Минска? Кто из Молодечно? Спасибо вам. Да, взаимно. Спасибо большое. Хорошо. Оставляйте. Спасибо. Пока-пока. Пока. Андрею все передам, а? Ну, наверное... Можно в директ же, ссылку, как? Или да, вопрос, или да? Виталий. Ну, разберемся. Пока-пока. Пока-пока, ребят. Настюшка, спасибо. Привет! А ты что, уехала в Минск? Да, Настя в Минске. А зачем? В Москву приедет. Возвращайся. Он хочет тебя набрать, но ты не поднимаешь трубку. Тот, кто хочет, наберет. А кто хочет меня набрать? Сорока. Она говорит, что он хочет тебя... Кто написал, что он хочет тебя набрать? А, я не знаю. Может, то, что я в прямом эфире? Хочешь, зайдем в мой, а ты возьмешь и наберешь ему. С чего вы решили? Ребята, спасибо большое. Чего вы решили, что Сорока хочет набрать Марго? Он мне ничего не писал, он мог написать мне. Спасибо. Привет, Иркутск. Привет, Иркутск. Привет, привет всем, ребят. Да, я знаю, что Артема тоже из Иркутска. Что он там говорит? Что он там обещает? А, привет, Анар. Мы в облаках 53. Облако 53. Это сеть кальянов. А мы находимся в каком? Который находится на метро университет. Метро университет. Проспект? Ломоносовский проспект. Ломоносовский проспект. Смешные такие. Нет, тут очень классно, атмосферно. И очень крутые кальяны. Вот мы вам сейчас покажем. Он такой классный. Нам даже сделали вывеску «Дом 2». А, он прямо меня набирает. Че? Показать себя? А что сказать, что ты ищешь невесту, да? У нас есть мой парень. Привет, девочки. Очень приятно со всеми познакомиться, да. Конечно, Владислав, МТМ. Подписывайтесь на меня. Я очень рад, что у меня такая прекрасная компания, то, что эти милые леди пришли в мое заведение. Мое скромное заведение. Да. Так что жду невесту. Приходите в облако 53. Приходите в облако 53. Проживала? За какое число? За вчера? За субботу показывали. В субботу показывали, когда Марго ушла из проекта. Почему грязки? Вы ему зла желаете? Он пытается прямо в эфире мне набрать. Ну пусть наберет.